Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами я, Ведьмак. И мы играем в Dark Souls. Я снова сменил дислокацию между сериями. Закончили мы с вами в пещере, где стоял непонятный корабль пиратский и водились всякие неприятные товарищи. Я переместился обратно в лес гигантов. А здесь я хочу убить, по крайней мере, попытаться убить вот этого парня. Я вычитал, что он... В принципе, просто-напросто опциональный враг. Его можно агрить, можно не агрить, но с него падает неплохой меч. Поэтому мы так подкрадемся к нему. Итак, здравствуйте! Ох, ох, он, похоже, слепой, что ли? Ой, он что-то умеет. Что-то нехорошее. А почему бэкстеп у него не получается сделать? Вроде как я... Да блин. Удар, конечно, у него размашистый тоже. Подожди. Дай полечусь. А я вы использовал все эти штуки. Успел. Ага. Ага-га. Ладно. Я хотел сделать ему бэкстеп, но... Похоже, не получится. Блин, он слепую бьет. Такой. Напоминает несколько Арториус. Тот тоже правую руку не использовал. Боюсь. Она у него была сломана. Но с него падает меч рыцаря Хейда. Вот. Смотри, как неплохой меч для начала. Где он тут у меня? Кстати, у меня есть поварёшка. А вы думали? О! Настоящее оружие. Оп-оп. Да. Сила поварёшки во мне. Так. А так, поварёшка с двух рук. Ладно. Юмор юмором, конечно. Поварёшка мне дала служанка в доме трех этих сестер. Подарила, в общем-то говоря. За то, что я с ней пообщался. Так, где этот меч? Я его не вижу. А, вот. Кстати, он очень похож на меч Ведьмака из игры. Ну, такой обычный прямой меч со стандартным мувсетом. Довольно. Подожди. Понятно. Понятно. А если его взять в одну руку? О, колющий удар еще есть. Так, ну с этим понятно. И вот такой вот еще есть. Тычок. Ну, не могу сказать, что меня впечатлил мувсет этого оружия. И у него не очень все хорошо с точки зрения двуручного. В смысле, дуал вилда. А нет, в принципе, я могу управляться обоими мечами. Без проблем. Они с точки зрения движения абсолютно одинаковые. Ну, они, видите, резкий удар выпад у обоих стоит. На самом деле, если поставить два коротких меча, то у меня должно быть больше дамаги, на самом деле. Сейчас посмотрим. Не очень мне этот впечатлил меч. Я думал, он будет лучше. Ну ладно. Так, чем мы займемся теперь? Я, честно говоря, каждую серию пытаюсь придумать, что бы сделать новенького. Можно, конечно, просто продолжать идти по сюжету, но мне хочется иногда
Сделать что-то такое, чего еще не делал. Пойти куда-нибудь, где я еще не был. Вот таких рыцарей, по-моему, три за всю игру. Они сидят в разных местах. Вот, так что, знаете, этих ребят можно спокойно убивать. Это никакие не NPS, то бишь не персонажи, просто враги, опционально. Вернемся в Маджулу. Маджула. Где там эта мадам? Bearer, this Да-да-да-да-да. missing. Уровень. Ловкость, пожалуйста. Отлично. Теперь, по идее, я могу использовать... На самом деле, я вру. Этот меч физически бьет на 78, но он вдобавок еще и огнем бьет на 78, поэтому его лучше использовать. Но теперь я хочу вернуть обратно свою сабельку. А, нет, смотрите, этот меч бьет молнией. Помимо того, что бьет физикой просто. Поэтому мы его возьмем. Где моя сабля опять? Хрен найдешь. Так, а сюда поставим меч Хейда. Вот, теперь я могу. Оп-оп-оп! Что-то новенькое. Это из-за того, что я взял в правую руку саблю, у меня изменился тип движений. Я не уверен, что это будет лучше, чем... Было? Здорово. Ты уже решил, что я мертв? Ах ты скотина. Пойди уже все мои вещички прикарманил. У меня, правда, не было вещичек. Да ладно. Так, попробуем что-нибудь улучшить. Ну, 500, а у меня не хватает душ, да? Либо мы можем использовать вместо меча Хейда все-таки огненный меч. Потому что у него, по-моему, посильнее будет дамага. То есть, этот 75 и 50 дает. Этот дает 78-78. В сумме больше, да? Поэтому, я думаю, имеет смысл. Изменились удары. Подожди, я что-то гоню? Сабля. Изменились удары у сабли, потому что я прокачал себе силы и выносливость, судя по всему. А, нет, все, я уже туплю. Это потому что я раньше ходил вот так. Ладно. Давайте попробуем качнуть. Что у нас там есть? Под душем. А ни хрена по душам нет, поэтому ничего не качнем. Ладно, пока побегаем так. Хочу попробовать сбегать сюда. Попробовать убить там босса. Скорее всего, конечно, мне это не получится. Но попытка не пытка. Блин, хотя в случае с Dark Souls эта поговорка неправда. Каждая попытка это боль, страдания. У меня, по идее, есть самоцветики. Возьмем их. А, вот эту штуку пока уберем. Давайте ради интереса поставим сюда меч Айда. Где он тут? Сюда вернем. Пока ничего не будем. Попробуем для разнообразия бить и тем. Посмотрим, где будет больше дамаги.
Наверное, это будет еще зависеть от врага, потому что элементальный урон, то есть стихийный, он по-разному на разных врагов действует. Сейчас я буду тупить. Как всегда, отхвачу. 213. А если я просто буду бить? Ну, хрен знает. Спокойнее будь. Понятно. Слишком много стамины съедает. Я не уверен, кстати, что лучше стало с саблей с точки зрения ударов. Они стали, по-моему, дольше наноситься. А может и нет. Не знаю. Так. Будем пробовать. Будем пробовать. Попробуем с этим мечом. Что-нибудь намутить сейчас на этих ребятах. Точнее, тут один враг остался всего перед боссом. Сейчас на нем попробуем. Двести одиннадцать. Абсолютно такой же дамаг. Сейчас даже не получилось нанести толком. А, я не сделал. Все понял. 234. Ну, побольше, да. В целом. Шлямалша. Ладно. Пойдем попробуем поиздеваться над боссом. Ну, я, конечно, тут гоню. Это он надо мной поиздевается сейчас. Как пить дать. И здесь у нас древний драконоборец. Если кому-то он напоминает Арштейна, то все правильно. Ап, броня драконоборцев, она как бы не уникальная. Просто у Арштейна она была желтая. Отлично. О чем я и говорил.
Вот и все. Слабак. Дарштейна и смогу тебе, как до Китая рака. Вот. Что мне еще есть за жесты? Ни за что. Боевой клич. Нормально. Я был уверен, что я его способен победить. Вот. Единственное, что он довольно толстый был. Тяжело было пробивать. А так, все нормально. Слава, жесть. Я так понимаю, у него можно жест выучить, да? Ты кто? Какой бородатый. Transient being. Че? This is no place for one such as you. Побазарь мне еще. Be gone. You are not needed. Я сейчас тебя точно убью. Transient being. Nothing has changed. You would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Be gone. Transient be. You be gone. Ну, видимо, ковенант какой-то представляет, но я, наверное, не подхожу к ним. Ну ладно. Я думаю, что местные сундуки, они как бы... Наверное, мне нужно как минимум побывать несколько раз в чужих мирах, спасти людей от фантомов, чтобы мне что-то перепало. Железная маска рыцаря Хейда, башенный щит. Вон он и чё, чё за маска? О, шляпа охотника. Блин, прикольная штука. Нормально. Так, а что за маска? Железная маска рыцаря Хейда. Да, выглядит идиотски на этой броне. Давайте шляпу напялим, потому что она прикольная. И пойдем дальше. Кстати, не был уверен, что я выиграю в эту попытку, потому что у меня весь эстус кончился еще до того, как я половину здоровья босса снял. Так, может помочь нечто потрясающее. А, bonfire, отлично. Так ведь отсюда уже некуда идти. Все. Ну так, слабенький босс по сравнению с тем, который в крепости, тот, который преследователь... Этот ни о чем. То есть вообще ни о чем. Ладно. Я подумаю, что мне сделать с этими 24 тысячами душ. Потому что я, честно говоря, пока не уверен. То ли мне уровень прокачать, то ли мне в оружие вкачаться. Надо будет посмотреть. Вот. Я вас оставлю. Между сериями подумаю, что лучше сделать. Ну и вернемся уже, когда уже все будет ок. Ну что ж, большое спасибо, что смотрели. С вами был я, Ведьмак. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть это и другие прохождения. Всем пока.